На 59-м году ушел из жизни советский и белорусский конькобежец. Бронзовый и серебряный призер зимних Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Железовский. Игорь Железовский родился 1 июня 1963 года в Орше Витебской области. Он был одним из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров в 1980-1990-х годов. Неоднократный рекордсмен мира в 1983-89 на дистанции 1000 и 1500 метров и в спринтерском многоборье. Серебряный – 1994, и бронзовый – 1988, призер зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 метров, шестикратный чемпион мира по спринтерскому многоборью, 1985, 1986, 1989, 1991, 1993, пятикратный чемпион СССР по спринтерскому многоборью, 1985, 1986, 1989, 91, многократный чемпион страны, в 1984-91, на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров, одержал 30 побед на этапах Кубка мира, 1985-1993. Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 метров, в 1991-1993. Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также в спринтерском многоборье. Считается одним из самых неудачливых спортсменов в истории Олимпиад. Лучший в мире спринтер 1980-х так и не смог завоевать золотую олимпийскую медаль. С 1995 года на административной работе, президент Белорусского союза конькобежцев, 1996-2005, член НОК Беларуси, президент Паралимпийского комитета Беларуси, 1996-2001.